Ну что же, дамы и господа, мы врываемся с вами, пока на живой раунд отыграют у нас лити рейты, ну и давайте-ка, наверное, ножи пока без меня играют ребятки. Ну что же, ну сразу тогда стартанем с корабля на бал, как ребята все закончат, и тогда уже поедем. Да, лити рейты вчетвером это, конечно, жестоко. Жестоко, жестоко, жестоко. Очень жестоко. Так, ну и давайте. Я готов, в принципе, готов. Литерейты, так понимаю, начнут у нас за атаку. Да, за атаку начинают у нас ребята. 0-0. Так, карт, ну, в смысле, сейчас 0-0, а так счет по картам 1-1 у нас. Забрали. Забрали. Все-таки энхаус. В меньшинстве, конечно, играли литерейты, но все-таки забрали энхаус и карту ВВГ. Ну, поэтому будем сейчас смотреть третью карту. Погнали. Начало миссии. Ну что же, зомби, кстати, уже наводит шорох у нас подать. Или здесь зомби проходит просто выявили. Два фиги, две пачки куби поставил сейчас, господи, какая же. Кстати, эти рейтинги доиграют на обороне. Гантеля разменивается. По виду, здесь зомби просто неугомонный. Хочет еще один минус сделать. Но патронов у него нету. Не зомби, он забирает. Ну, гантели ставит все-таки пачку. 2 в 1. Остаются ребята, но здесь один сейчас на 3 хп. Гантели еще с 3 хп ставит пачку. Да ладно. Если сейчас по паутику будет. Нет, по паутику не будет ничего абсолютно. Но попытка от гантели действительно была зачетная. Да, свит, работает неплохо, по парку в коробке. Есть перестрелка у Эзика с коллективом Эндхаус. Ну, здесь, да, коробки мы должны выходить, выбирать он не разграб. Здесь просто со всех сторон щемит у нас Эндхаус. И литерейт вообще не задает положение, один Эзик остается у нас. Ну, вот здесь забирают просто уже. Бомба была установлена. И каэс такая, бам, Гантели успевает минус делать. Ой-ой-ой-ой, ну, естественно, все-таки с питона забрал у нас гантели, но это 2-0. 2-0 пока что легко вполне. Инхаусы справляются с численным преимуществом. Начало миссии. Так, ну что же, Мираж забирает у нас гантелю. Вейзик разменивается по ЦК. Мираж там погибает. Ну и это опять заход Альфа. Все по одному и тому же сценарию делают. Альфа, 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 альфа. Бомба была установлена. Ну и пока Вейзик стоял на прокиде, мы детально набрили. Систом вместе с своим бравыми ребятами здесь просто потрошат литерейтов. Ну и это 3-0. Литерейты, в принципе. Ну да, вчетвером здесь, конечно, очень трудно играть. Начало миссии. Не зашла, зомби, кстати, плохо. Неплохо работает по коробке. Тут по длине проходит Сид, его видит Вейзик, Вейзик его забривает, кстати. Так, видит Систем, но Систем неплохо с паутиком работает вдвоем. Ну и, конечно же, зомби с один опять остается против двоих игроков. Ну и пойдет в дом его Систем не слышал, но слышит его прекрасный паутик.
Бомба была установлена. У него стреляться, но и Систа просто разменивает своего тиммейта сейчас. Ну и это 4-0. Неужели так легко сейчас лечить просто отдадут? Ну, я понимаю, конечно, что это, возможно, глупо, но четвером, да, это действительно очень трудно играть. Гантели все расправляется со своим соперником Коби, Сист, он также погибает назад. Вейзика перед ЦК, ну и Альфа. Вейзика живой еще минусует ЦК, но это похоже на первый раунд все-таки от команды Elite Raid. Здесь Фарш забирает одного, здесь, наверное, да, второй минус есть от Фарша. Неплохо закрыл позицию Альфа сейчас Владислав Бондарь, ну и это 4-1. Ну сейчас по логике вещей Энхаусы должны опять включать коробку плюс Альфу. Ну и Коби просто туда должен сейчас врываться, как самый настоящий врывак. Там Гантели, Аркадий, ЦК. Ну и Вейзик, Вейзик здесь один в коробочке пока находится у нас. Ну и подальше также есть уже выход. Фарш здесь на обороне Бонда, но Вейзик забирает вот какие-то коробка. И да, это действительно коробка. Сплиты с Альфой. Ну Фарш плохо работает по сплиту, его Мираж разменивает. И опять 2 в 4. Но здесь неплохо работает по Альфе, забирает Миража. Но здесь Коби как хорошо оказался вовремя в спине и уже ставит Бэтлен. Ну, остается один Гантели. Сколько здоровья у него на счету, есть шанс потащить этот раунд. Если пойдет через Зигу, может забрать Света. Но если пойдет... Ой, а пойдет с бетона. Пойдет с бетона. И это не знаю даже, как правильно это сказать. Неожиданно, что ли. И Гантели, кстати, ставит пачку по... Коби, ну и будет пробовать, наверное, на дефьюз сейчас. И здесь Гантеля тащит раунд 1-2. Ну, браво. Браво, Гантелька. Ну что ж, 8-4 Гантеля, 5-5 Вейзик, 5-5 Зомбис, ну и 4-5 Фарши. Парни действительно очень достойны. Сейчас, по крайней мере, последние два раунда смотрятся. Ну что же, возможно, еще что-то зададут нам эти ребятки. Если, конечно же, они выиграют четвером, это будет просто... Вейзик забирает Коби на Аркаде Коробкин у нас. Фарш, Карин на броне Альфа, ему должен прийти Вейзик. Но главное не забывать о коробке, что еще один человек туда может прийти, иначе будет совсем беда печаль. Но здесь зомби смещается и должен забирать Систему здесь по коробам. Да, есть минус по Систему, и это уже опять 3-4. Фарш минусует Коутик у нас. И уже всегда все будет приятнее для команды Elite Raid. Фарш тут перестреливается с Миражом у нас. Ну, Фарш такое ощущение, что пойдет дожимать сейчас про своего оппонента. Свит под корбом, там откидывает флешку на короб. Да, есть информация у зомби по свиту. Ну и Мираж также отходит. Из-под стрита, а здесь Фарш как-то сидел, прочекал и идет просто убивать в спину сейчас своих соперников. Свит на коробочке сидит, зашел в короб. А вот здесь для Фарша, наверное, это будет сюрпризом. Коробки. Ну и Фарш все получает информацию, должен забирать. Ну, Свит как среагировал на Фарша сейчас? И ситуация становится 3-2, при том у Elite Raid двое родов. Свит забирает Вейзик в форму. Но Зомбис как четко работает сейчас из-под коробки. Да, супер. Супер было сыграно. Ну и есть проход. Есть проход Альфа, у Миража 44 хп. Зомбис будет до Талова просто смотреть. Альфа была установлена. Так, заметил, что только ушел. Ну а Зомбис остался, ой, Мираж остался на пирамиде. Зомбис будет, скорее всего, открывать сейчас, пытаться что-либо сделать. Да, Гантели принимает информацию, что он остался на пирамиде. Ну и Гантели, да, забирает раунд очередной. Копил к своей команде, это 4-3, из 4-0 начинает камбэк. У нас Elite Raid возвращается. Бомба деактивирована. Фаршан нашел там нужные слова для своей команды. Начало миссии. Так, ну что же. Ну, здесь Систем делает даблкил под Зигу у нас. Ну и Фарш выходит, разменивается также в 2К. Здесь Свит еще у него. Вейзик тоже хороший минус делает. Ну и Вейзик должен... Ай-яй-яй, Коби все-таки его забирает под Альфу. Но здесь Фаршан один с 3 хп, конечно, вряд ли что-либо сделает. Бомба будет установлена. Бомба но была установлена. Фарш будет
Ой, фарш прекрасно слышал, светай сейчас. Свитого, да, здесь забирай. 5-3. Ну что же, Энхаусы гарантировали себе уже по-любому первую половину. В их актив, но как будет такой счет, двойной или уже все-таки один раунд. Все зависит от литерейтов сейчас. В полной мере, ну, Коби минусует у нас Уэзика на коробке. Пойдет дальше, наверное, открываться Зига. Нам очень трудно играть. Фарш забирает у нас этот Миража, 30 еще у Владика остается. Ну и Зига должна сейчас будет находиться. Фарш делает еще один минус, но его разводят моментально. Да, это бета открытая, и гантели. Гантели здесь, конечно, один на приеме. Ну и спрыгивает в дом. Ой, пятерку не смотрит у нас гантели сейчас. Ну и видит одного. Здесь там же паутик справа стоит, поэтому... Первый минус, если бы резко перевел прицел сразу же еще на паутик, то, возможно, был бы отличный хайлайт, но, увы, гантели убивают, и это 6-3 за командой Энхаус. Просто, не знаю, как же фартануло Энхаус с таким раскладом на ситуацию. Так, ну что же. Все, сори. Так, ну что же, смотрим. Смена сторон, но если литерейты здесь сейчас просто зажгут, это будет, конечно, жестко. Зобис выбывает, ну и походу пришел загар. Если сейчас придет загар, и литерейт начнет камбэкать, это будет просто эпик. Если сейчас просто появится слово слот, наверное, смотри, слово слот, слот в чат. Давай слот в чат. Слот или не слот. Слот. Ну давайте, пишите кто-нибудь слот уже. Ну почему никто не пишет слово слот в чат? Нет. Не слот. Четвером продолжает литерейты. Ну что же. Смотрим далее. У нас очень жаркая заруба между Энхаусами и литерейтами. Энхаус впереди 6-3. И это последняя третья решающая карта для команды. И Энхаус, и литерейт. Поэтому здесь ни одна, ни вторая команда не имеет права на ошибку. Ну и, собственно, будем смотреть сейчас, как будут отыгрывать коллективы. Посмотрим. Начало миссии. Так, это подальше. Ну а здесь Коби. Коби хедшот. Коби головоловашот. Так, ну что ж, Паш. Смотрит просто лэп. Никого там не наблюдает. И так что своему тиммейту, ну а литерейты пока никуда не торопятся. Систем у нас отыгрывает в Корби, слушает перемещение. Коби видит Коби. Фаршик просто его начекал. Ну здесь либо хаешку надо Коби кидать в плент, либо еще как-то. И Фаршик просто его все-таки забрил. Какой чек от Фарша, ну здесь свист ему моментально 2 кило делают. Да, ну Фаршик, конечно, это такой гений. Просто ужас. Ну что же, зомби с подальф находится здесь. Прилета. Вейзи делает минус, но свит разменивается здесь по, также по зомбису. И один Вейзик остается. Капитан команды Литерейт против троих. Ну и пойдет по длине, судя по всему. Да, идет у нас Андрей по длине, но здесь встретил сейчас на своем пути паутика.
который чек этого третьего лица, дает информацию всю полностью у нас. Ну и Поутик просто без проблем вешает по нему пачку. И это 7-3. Ну, конечно, немножко радости поубавилось у меня в том плане, что, ну, как бы, ну, блин. Я понимаю, что это проблема литерейт и так далее, но все-таки не видим мы того экшена, который должен был быть у нас. Из-за того, что просто ребята вчетвером как бы катают. Систем забирает гантери, у нас систем просто аркает, но Вейзик его разменивает 3-2. Подальше пока так заливается у нас фаршик компания. Коби теперь решил, говорит, не, я вальстать не буду, там фаршик. Фарш уходит под банан. У нас чекает аккуратно все позиции. Зомби также чекает поджим на стрит. Ну а Вейзик просто поджим по СП. Как думал, сейчас отыграют ребята действительно просто на чек, на поджимы. Хотят какой-то нерасторопный фейл найти у своих оппонентов, но пока что такого не следует. Тут Поутик вообще третьего лица сидит, смотрит длину. Ну и Фарш все-таки опять Коби забирает. По длиной Мираж идет теперь на эту точку. Ну и Мираж здесь просто на проход будет ловить свои соперников. Кладет себе на окна. Ну и есть, есть проход. У Фарша 22 кг всего лишь. Мираж тут просто заперты, его убивают. И ситуация 3-2 уже за коллективом Manhouse. Бомба была установлена. Ну и Свит. Поэтому пытается выйти из СП. Ну здесь Вейзик принимает вместе с зомбисом одного. Ну и Поэтому как заходит флэм. Здесь по нему полностью информация. Зомбис на релоуде. Должен был ловить Поэтому. Но здесь Поэтому еще живет. И Фаршик все-таки помогает со стрита своему тиммейту. Это 7-4. Здесь, конечно, чудо большое случится, если... Ну, должно, точнее, случиться, если литерейт затащит. Так, опять заливаем подальше, Коби на этот раз. Вообще по правой стороне. Все, говорят, теперь точно ты меня не убьешь. Ну вот точно ты меня теперь не убьешь. Грязный Фаршик. Я буду стоять на заходе, и ты меня точно теперь не убьешь. У меня непростреливаемая позиция. Не убьешь ты меня, лютый Фаршик. И хаешка кидает в воздухе 13 хп. И Фаршик все-таки опять его убивает. Коби там плюется, наверное, бедный уже. Что ты ж, эх, ты грязный Фарш. Ну, Фаршик накаляет Систему, но Систем вообще не на то. Много хп было потеряно. Ой, Фаршик просто такой пригибается. Встает. Ой, а Фаршик завис, что ли, или игра свернулась? Да, у Фарша игра свернулась. Нормально так, его еще не убили. Ну, здесь это ответная рука извне для команды Литерейт. Сейчас просто была. Гантеля забирает также Миража, но Поутик один на пятерке остается. Если у меня есть информация, и Вейзик его забирает. Это 7-5. Начало миссии. Ну что, будет ли? Или... Нет, Коби по-прежнему бывает. Теперь точно ты меня не убьешь, Фаршик. Теперь я тебя убью, говорит Коби. Теперь я даже не в пленту стою. Теперь я буду с мусорки играть. И здесь ты меня точно не убьешь, говорит Коби. Будут сейчас класться дымы у нас на окна. Ну и будут, наверное, заходить постепенно ребята из коллектива Литерейт. Нужен заход уже под какую-либо точку, и нужно сделать минус. Свит вместе с Миражом на диге у нас копали, Систем в коробке. Пока никуда торопит, не торопит. У нас Литерейты, да и торопиться-то некуда. Коби начекал одного, есть информация. Здесь Фарш начинает настреливать с окна уже.
Ну есть доход. Гантели, забирай все-таки миража и забирай также копию во плентул, но им проблемы в альфе у команды Энхаус. Я думаю, в следующий раз они просто втроем там. Бомба была установлена. Здесь ассистом на банане находится, у нас паутик чекает по жим в спину. А здесь сидит Уэзик. Уэзик, который не подпустит. Гантели, кстати, трипл килл делает в этом раунде. И Уэзик забирает ассистом также. И паутик один против четверых остается. Это просто 4 в 0. 4 в 0. И это шестой раунд, дамы и господа. Так-то на секунду. 7-6. И Лиси Рейтен вроде нашли ту нить игры, которая нужна. Ну и да, систем теперь идет в альфе. Сейчас я их убью. Такой парнягу у нас систем. Систем за кассу просто сел. Но сюда не намерен он уходить. Кофе нашивает в мусорке. Теперь якобы Лиси Рейтен... Должны подразумевать, что сидит на мусорке Коби, а ну еще добавили сюда чисто, добавим щепотки гнева в альфу. Должны по кассе пройти, ну Фаршик должен прочекать по кассе, по крайней мере. Да-да-да, есть, вы видели голову, видел голову, прекрасно лютый Фаршик, нечто, мэг, битрё, и в альфу просто сейчас встают, это еще и сит приходит. Не могут удержать. Ой-ой-ой, забирается с Фарша, но гантели разменивается. Ну, гантели пока что так же удар. Но гантели сегодня просто очень шикарно стреляет. В принципе, да, хорошо заходит. Сегодня прямо у него сейчас прям все залетает. Ну и все должны стянуться уже просто подальше. Вейзик пойдет попробовать минусануть коробку. Кстати, вот Вейзик, ну, играет пока такую завершающую позицию сейчас закрывающего. Ну и два в альфе игрока у нас есть, это Стинт и Коби. Ну а коробка будет выходить, кто или нет. Да, Вейзик все-таки заходит в этот короб. И слышит справа паутик. Не забирает он паутик, и хаешка сейчас еще плент полетит. Ой, неудачная хаешка, здесь зомби, просто дали Space Create. Ну и такой минус есть, и Коби также забирает. Это 7-7. Сейчас вчетвером станут в альфу у нас Энхаусы и... А Лиси Рейтен пойдут в бета. Просто смотрите на этот кусок карты бета, просто отпущено. И один мираж чекает. Уже не знаю, что Энхаусы придумают, просто их отстреливают как хотят. Ну да, если Лиси Рейтен здесь заберут, я просто я не знаю, что это будет. Какой-то эпик. Но это означает лишь одно, что действительно Лиси Рейтен сейчас просто, ну как бы действительно сильнее, как бы, Энхаусов, что пятером они просто даже вровень играть, это ну куда это годится. Пятером-то вообще, наверное, забей. Ну не знаю, систем опять в альф, теперь он тоже на позицию Коби сел, теперь ну, здесь отсюда-то я вас точно убью, да и вроде может убить, Коби, у Коби просто не залетает пока, но у систему вроде пока все не так плохо, как у Коби у Миража, 0-5-0-4 идут парняги, довольно неплохо. Мираж теперь пошел в альф, говорит, давай я попробую, теперь давай я, знаешь, как раньше. На велосипеде теперь у тебя есть велосипед, а когда еще ни у кого толку-то его не было. Дай прокатиться, дай теперь мне прокатиться, дай мне прокатиться. И все хотят просто на твоем велосипеде прокатиться, потому что ни у кого его нет, а всех, конечно, ну, всем же хочется. Но здесь вот такой, дай я, зомби забирает у нас. Света у нас под коробкой или стыкает, точно не понял, откуда свет шел. Дым и кладут у нас, Фаршик забирает пистово и тут. Да ладно, неужели это будет 8-7? Сейчас просто будет... Кстати, хаешка будет откинута в плен. Бомба была установлена. Да, прилетает она. Ну и гантели успевает ее миновать. Это 3-3 уже выбивание. Фарш минусует у нас миража, Коби в пленту. Тут Фарш еще видит дымак одного и будет забирать еще. Неужели третьего заберет Фаршик у нас? Нет, Коби остается один на один с Вейзиком. У Коби 30 хп. Бочка! Нет, бочка не взрывается, и Вейзик просто уходит в центр. Да ладно, и Вейзик все-таки забирает этот раунд. Я думал, сейчас Коби как поставит ему пачку, которую он умеет. Ну и что же, дамы и господа, это 8-7. Просто какой же валидол, какой же валидол. О, господи.
я просто жду рамка, просто Михаил с Питером станут в Вальф. Ага. У них пошла третья страта, а это за запуск Вальфа. Просто выбить с Питером. Теперь Коби просто с дверей сидит. Коби уже все позиции, которые только можно попробовал. Ничего у него тут не получается. Подалька, не знаю. Ну, блин, ну здесь просто, да, ответная рука залетает литерейтом сверху, такая, типа, и ним такой над головой. Типа, парни, тащите. Да, ходит по кассе, чекает голову, никого здесь не находит. Но Коби все-таки есть подалька. Вейдик смотрит парни, блин. Коби бедный испугался, думал, это по нему палец там отпустили. Коби начинает нашивать фарш. Чуть его опять не наказал. И сейчас фарш убьет просто Коби, я уже не знаю, Коби там снимет очки и скажет, да пошел ты. Типа такое, типа иди ты, я с тобой не хочу больше играть. Бернадега.ру. Кстати, можно было это сделать сейчас просто быстрый врыв в бету какой-нибудь. Хотя там все игроки на бете. Ну и Вейзик начинает таймер постепенно подгоняет команду Литерейт. Пора им уже что-либо делать. Ну и дым кладется на окна. И также закрывает дверь. Думаю, что уже с Вейзиком будут выходить сейчас в виду. И Гадели там же на подходе. Идут, фарфик, зомбисом забирают и коробку, и бету. Ну ладно, неужели бета такая пустая, сейчас и безнадежная? И бета будет установлена. Как они просто перемозговали сейчас своих оппонентов, на каких крополях вытаскивают ЛТ. Там просто, я не знаю, такая мозговая активность, как на ЕГЭ у школьников нет на сейчас. Фарфик, конечно-то, я так полагаю. Ну или Вейзик, кто координирует, сейчас просто действительно большие молодцы. Закидали, запайковали, как будто опять запахвальцы и просто уходят. Бета, ну Коби здесь неплохо работает по головам, и 2 в 2 ситуация, Свит родовый, кстати. И Свит пойдет просто играть в рапет, и Свит один остается лишь родовенький. И Свит, будет ли попасть в клатч раунда или нет? Ну нет, здесь зомбис просто не прощает. Да ладно, это 9-7, Литерейт имеет 2 матчпоинта. Обалдеть. Просто обалдеть, ну и здесь инхаусы просто, наверное, руки у них опускаются. Я не знаю, что сейчас должно быть. Что сейчас они будут делать, я просто не представляю. Господи, вот это красочная встреча, вот это Литерейт. Просто. Я думаю, никто не жалеет, что сейчас смотрит эту трансляцию. Это просто нечто. Эти, просто представьте, что испытывают такие эмоции сейчас игроки, отыгрывая вчетвером. Против пятерых действительно очень жестких и пёртых пацанов. Просто представьте, вот на секунду хотя бы просто себя поставьте на их место. И как они их переигрывают сейчас. Просто. А 6 раундов забрать. 6 раундов подряд вчетвером. Там и закрытые пробовали уже Альфу, и открытую Альфу, и отпускали Альфу. Что только не делали у нас оппоненты коллектива Литерейт, но у них вообще ничего не получалось. Но здесь Коби опять садится на эту позицию, ну, может, на этот раз у него получится что-либо. Ой-ой-ой, как я... Я сейчас сижу, я просто настолько тоже переживаю, как бы из-за литерейтов, из-за инхаусов тоже обидно. Парни так тащили, не будет опять, что у ничего не получаться. Мы здесь должны щемить и фаршик опять. Убивать цвета, забирают опять же Коби, вафу и Туни. Нет, Свит только делает размен. Коуч неплохо отыгрывает должен в пятерке. Но это три. Три убивания, три игроки уже на пятерке. Все на пятерке. Мираж. Вы запрыгиваете в коин. Гатель увидно, забирает одного. И здесь просто фарш отыгрывает с дверей, патронов у него нет. 8 хп остается. Зомби отыгрывает просто снупки, его забирают. И у фарша 8 хп. Его здесь забирают, да, и это 9-8. Все-таки смогли. Они, энхаус, которые смогли. Ну что же. Еще один матчпоинт у Литерейт остается. Реализуют они его или нет, сейчас узнаем. Свит идет, кстати, прожимать длину. У нас довольно-таки неплохое решение.
дабы отрезать полкарты по инфе сразу, что как бы... Ну, они и так понимают, что это, конечно же, альфа будет. Ну, спит. Дал я тебе знать. Фаршик по-прежнему чекает голову. Это просто игра этого сезона, походу. Господи. Ну, литера это явно заслуживают. Заслуживают эти парни место в финале. Энхаусы также заслуживают. Но я думаю, все объективно согласятся, что ввиду вот такой вот игры вчетвером, все-таки литера это по праву должны были занять это место в финале. Как бы я даже, да, я в этой игре за Энхаусов, но объективно судья вот так вот говорят, да, ну, должны быть литерейты в этой финале. У Вейзика 1 ТП. Гантели забирает Альфу. 24 в 4. Коби Смит минусует Визиана. 34 от игрока. Гантели минусует одного. Мираж забирает у нас Дуб. Это игрока. 2-3. Ну что же, сможет ли Гантели вместе с Фарком? 2-3 отыграть. 2-2. Первый минус делает. Но тоже будет еще один минус. Нет, Паутик забирает. Здесь Гантели 1-2 остается. Гантели 1-2. Будет ли первый минус или нет? Будут ли его щемить или нет? Допы. Или же... Да, это допы. Это допы, дамы и господа, и тяжело Энхаусом и литерейтом, но как они сражаются, это просто, эта игра достойна просмотра каждого. Свет так и не дали, я так полагаю. Жестко. Жестоко. Ну ладно, едем дальше. Напомню, дамы и господа, что еще финал у нас. Best of 5 ожидается. Форматы там уже с нетерпением ждут своих соперников. Ну что же, попробует ли Литерейт опять Альфу также убивать сейчас или нет? Ну, есть вероятность, что да. Ну, а как будет на самом деле, кто его знает. Ну что, так, у меня опять почему-то не прогруз, и, скорее всего, я не увижу этот раунд, поэтому будем смотреть по таб-консоли, как будет игра протекать. Не знаю, почему, кстати, так бывает, что не прогружаешься. Ну... Что поделать. Начало миссии. Да, что у нас там, кстати, втроем играю? Что, простите? Кстати, там... Пока что, да, раунд выигрывает литерейта у нас. Они, походу, альфу просто ворвались. Да, альфу ворвались и просто не забрали. Что происходит? Литерейта забирают. 10-9. Походу, еще один краш. Еще одного вырубили. Ну что же, раунд. Убил и выкинул. Вакейшн у нас запись. Ну что же, пока краш, ждем.
it down before you're done. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I made my way. You ask me everywhere and why. You hang on every word I say, but the truth sounds like a lie. Господа, мы возвращаемся. Зомби зашел у нас. Я готов. Я готов, ну и ждем готовность Фарша и Вейзика. Загар так и не пришел. Ну и мы продолжаем. Ну что, стартуем дальше, дамы и господа, это эпичная встреча. Напомню, что счет у нас 10-9, первый дополнительный раунд забрали литерейт у нас, ворвавшись в Альфу просто, и нам разобрав всех своих оппонентов. Да ладно, я уж подумал, все Альфы пойдут. Или действительно все Альфы пойдут. Просто такие тер-те-те-те-те. Нет, не все Альфы, но... Два, как упорить сразу, сидят, встречают. Так, ну что же, Джентль пока просто простреливает на сынушку и все возможные позиции, но никого не находит. И Си сам агрессивно отыгрывает, все, забирает Барсан из приду, у нас просто идет дальше Аркадий, вот он фирменный сеть, Фишерман, нереальная дерзость, забирает двоих сразу под тритом, но это, конечно же, раунд, я думаю, пойдет в их копилку. Так, здесь Фишерман, нет, зомби его убивает, но подбирает фраг Коби, и один Вейзик остается. Поутик ставит неплохой хедшот по Зиге, по Вейзику у нас, ну и продолжаем смотреть, да. 10-10 у нас последний раунд первых дополнительных раундов, ну и дальше смена предстоит очень нелегкая литерейтом, я думаю, они будут поджимать, ну, скорее всего. Ну, просто такое предположение, потому что сидеть просто так, это не вариант. Ну, Систем убивает Фарша, разменивает его гантеля. Ну и 3-4 отыгрывающий сейчас будет, и Гантели вроде не заходит дальше, и попадает на длине, у нас Вейзик по нему прочел всю информацию. Вейзик должен был слышать оппонентство, но здесь Свит просто уходит и никуда он не собирается, Аркадий дальше. Кладется дым. Да
Зомби теперь в роли отстреливающего, наверное, будет. Ну или уж все-таки опять гантеля. Фарша уже убили. Но систем там, конечно, вносит импакт просто бешеный. Ой, я здесь Вейзик, ну, очень много на себя стянул. Сейчас, внимание. И смотрите. Альфа вообще голая осталась. Просто голая альфа. Ой, Вейзик развел, но, блин, не прочитали. Сейчас лисерейт, что альфа свободна, в принципе. Ну и время начинает тоже опять немножко поджимать. Тоже надо работу сделать. Ну и здесь двоечка просто выбирают у нас Вейзик на коробке. Ну что, так, срок. 2-4 Коби, еще так же неплохую пачку ставит у гантели, остается один лишь Кирилл Крамов, он зомби. Ну, зомби же плохо работает. Ой, Коби 19 остается, но Мираж просто приходит к нему на хелпу. И это 11-10 в пользу команды Энхаус. Достаточно команде набрать лишь 2 раунда. И они выходят у нас все-таки в гранд-финал. Ну что же, сегодня мы еще более допоздна сидим, потому что уже 10 часов вечера по Москве. А еще 5 карт, это довольно-таки жестко. Обсуждает сейчас, видимо, заготовку на раунд у нас литерейты. Отдает ход фаршик своему капитану. Ну и погнали, мы стартуем. Напомню, 2 раунда отделяют Энхаус у нас от гранд-финала. Но литерейты просто вот похлопать за такую клевую игру я могу. Просто молодцы. Просто молодцы. Ну что же. Я думаю, у многих из вас уже так же будоражит в коленях, потому что многие из вас болеют за литерейт, многие из вас болеют за Энхаус, все переживают сейчас. Это опять должен быть сплит пуш альфа, я так думаю. Ну или же коробка будет агрессивно играться. Мираж у нас опять в коробке находится. Ну и выход на зигу будет смотреть Вейзик зомбисом. Ну и двоечка они должны выпрыгивать. Вдвоем должны здесь выбивать зигу. Ой-ой-ой, есть дабл килл. Ой-ой-ой, Вейзик взрывает. Нет, не взрывает, успевает Вейзик спрыгнуть все-таки. Ну и коробка, кстати, должна была также выходить. Сейчас, ну это альфа будет. Это будет альфа, фарш, кстати, с аугом у нас. И угадывают литерейты направление атаки своих соперников. Mind Games опять по-прежнему за литерейтами, но... Не хватает пятого игрока, конечно, очень сильно. Фарш зачекал под коробкой Миража. Шумит. У нас свит по шарту, дабы засыпать за Space Creative. Для Коби альфа, но здесь фарш, конечно, будет смотреть на победного. Попал. 1000 Мираж сейчас по Вейзику. Но это, конечно, ничего толком никакого преимущества не дает. Так, ну что же, альфа все-таки зашлась, и плен будет установлен. Ну и Мираж вроде уходит так, в коробке. Нет, остается. И будет здесь пробовать выбивать свои. Парень, ну Мираж, как он с разворота поставил по гантели, это что-то нечто. Ну и сальто должно быть. Теперь хлопает, Вейзик забирает его. И что же, 3-2 выбивания, но 2 родовых, даже 3, считаю, у литерейтов. Ну, конечно, надо как-то. Кладет дым на дверь, будет выбивать, наверное, зигу. Ой, ну Коби здесь просто нереально. 2 минуса делает фаршик. Попытается низи дефьюз сделать, но здесь нет, конечно же, ему этого делать не дадут. Свит забирает этот раунд из своей команды, ну и фаршик. Прекрасный минус, конечно же. Хедшота, ну и остается один раунд миссия до победы провалена. Команде Энхаус. Начало миссии.
Ох, жёстенько, жёстенько, жёстенько. Гантели прожимали. Кстати, банан у нас находит здесь в ходе. Убивает его, в принципе, довольно-таки легко. Больше под бананом никого не наблюдалось. Систем у нас заливается. Бацу. Здесь его будет встречать и Уэйзик, и зомби. Нет, нет, нужно на Зиге легко перестреливать Уэйзик с зомбисом. Просто какой же прекрасный у них дуэт на Зиге. Я вот реально не пройти его там. Ну и Мираж здесь будет пытаться что-либо сделать. Откуда он встает на старты. Мираж здесь, конечно, как только может, развлекает своих оппонентов. Ну и Гантели там уже в спину приходит, но Мираж просто будет помогать сейчас Свету его убивать, но это 2-3. И снова пойдется Альфа. Пойдется. Пойдется. Сейчас бы пойтись. И Мираж выходит под Альфа, будет ставить флэн. Света так и проехали. Ой, у Миража 27 хп, а с Уашками особо-то с дома и не повоюешь. Там Сишка еще, походу, где-то стоит, Валя. Или же нет? Да-да-да-да-да. Здесь Сергей ждет сюрприз. Ну что, посмотрим, будет взрыв или нет. Па! Господи. Ну, забавно, забавно было, если честно. Ну что, а Свит здесь в доме? Ну, ой, все, спалился, спалился Свит, но здесь, конечно, трудно. С двух сторон просто никто не остается, и просто ВДВ от фарша, фарш с парашютом такой приземляется на него сверху. И это 12... Начало миссии. 11, так, стоп, подождите, есть ли Лютирейс? Нет. Стоп, 1-11, правильно счет? Значит, 12-11 за Эльхаусом еще. Что-то я неправильно посчитал. Ну и здесь принимают своих оппонентов. Ой-ой-ой, это еще одна серия допов. Это еще одна серия допов. И это 12-12. Да, конечно, жесткая игра. Действительно, она достойна. Может, это прямо в финал смотрим сейчас. Кто выйдет в финал, просто там на изище отвалится от формата. И это будет неинтересно. А мы просто сейчас, возможно, мы наблюдаем за финалом. Ух, как же тяжело сейчас ребятам. Я не представляю. Команда Литерейт просто себя все соки выжимает сейчас. Ну и в финале, конечно, с ними будут играть. Реально у меня же просто какой-то панический смех начинается. Счет 12-12. Да, я там проглядел немножко с Энхаусами, что у них 12 раундов было. На самом деле там 12-1 с Энхауса вели. Если бы они забрали этот раунд, они бы, в принципе, его и выиграли. Так, ну что, мы смотрим. Еще одну серию допов. Как же сейчас ребята переживают, как же им сейчас нелегко. Я думаю, каждый фанат Литерейт сейчас просто там зубы, ногти грызет. Сейчас бы зубы грызть. Ногти грызет, там, не знаю, локти кусает. Просто там все переживают сейчас за них. За Инхаусов такое же переживание огромное. Ну и Аркадит сразу принимает решение на Вейзик. Ну Вейзик делает, кстати, очень важный минус. Но забирает двоих сразу, Вейзик просто стоит в спину, но его все-таки разменивает Коби. Здесь Парк ставит пачку по Коби. Опрометчивое решение от команды Энхаус. Пойдет ли Зига или пойдет ли Альфа? Фарш, кстати, по длине заливается, а там зомби. Кстати, вот Гантели должны были в Альфа, наоборот, заходить. У меня уже сгорает просто. Пишет Свит. Как же, да, сейчас читает своих оппонентов. Да, и Фарш забирает спину у нас одного, и Поутик. По поводу едем по, да, Гантели дает полностью информацию о своем сопернике, и Фарш просто устанавливать должен уже это установить. Ну и уходят ребята, да, и бета будет ставиться. Бомба была установлена. Гантели дает информацию, что находится паутик на коробке, у нас будет перестрелка. Гантели здесь просто максимально долго его держит, также стыкает, идет хелпа. Ну и паучик просто уходит. Но Гантели должен уже бежать просто в спину, ему давать под свинца в спину. Конечно, паучика тоже где, он просто прыгает здесь за первыми мечами. Ну а там Гантели уже тут как тут. Ну здесь просто его грамотно разводит, грамотно мансует. Ну очень грамотно все делают Литерейты сейчас. И
Паша просто забирает. Поутика это 13-12. Литерейты, что вы творите? Вейзик, браво, Фаршик, браво, просто парни собрались. Но здесь на самом деле зря прожимали Вейзика в плен, ой, в рез. Очень опрометчивое, опять же, решение было, как я уже говорил. Это пожим стоил им раунда. Вейзик все-таки сколько там, 6 или 9 раундов подряд уже стоит на этой риске. И все-таки это стояние не обошлось, так скажем. Ничем, оно таки заслуженно оправдало себя. Ну что же, у нас, кстати, 5 хп уже у Смита мы где-то успел потерять. И весь свой запас здоровья. Ну, Мираж здесь не порит, прием Альфа будет. Ну и Альфу должны, в принципе, подождите сейчас отыгрывать эти рейты, как они играли до этого, да и должны вроде как у нее заходить. Но Гатели 77 хп, 89 хп у Фарша, в принципе. Все позволяет для того, чтобы отыграть точку А. Есть дымы, но опять же, наверное, до минуты чем-либо они будут тянуть эту канитель. Ну и дальше там уже пойдет расход. Либо, опять же, они могут сделать раскид под Альфа в 1.30, чем-то там 1.33, в 1.30. И уйти под бету, как они делали один раунд всего лишь. Но я не думаю, что сейчас будет Энхаус к этому готовы. Поэтому можно попробовать. Зомби стягивается под банан. И уходит немного. Так, это будет фраки. Хаешки. Да, готовится. В 1.30 все-таки заход. В 1.30 да, должна полететь. Летят хаешки. Просто хае на мусор, хае за дверь, хае просто, и Мираж тут 20 кубы ему остается, мы должны заходить, обе с такой первой башни ставят, обе дабл килл, слышу, слышу, как он это сделал? Ну и Коби еще третий килл умудряется сделать, ну и может квадро килл от него будет. Без дымов, кстати, заходили, да, почему-то ребята, это неправильно. Залетает пачка. Или чистом также отлетает у нас. Ну, а время уже. Да, то есть Луизиана. Просто не давить, но и Мираж он, конечно же, ловит. Это 13-13. Последний раунд еще одной серии допов. И кайсеровские счета. Кайсеровские счета у нас. Наблюдаются. Да, действительно, ребята из интернета все сделали правильно. Единственное, что без дымов выходили, это, пожалуй, устал, скажем. Главное, по споре для них в этом раунде. Вид уже потерял больше 50% здоровья. Где-то, наверное, Вейзика перестреливался. Ну, Вейзик 76% здоровья также на счету его. Ну, Фартук по длину будет заходить. Кстати, это, походу, именно раскидка Альфы и как раз-таки уход под бету. Буду демонстрировать. Сейчас у нас команда Литерей в 1.30 также просит, но здесь Систем опять же агрессивно играет и не позволяет заготовку на раунд реализовать команде Литерей. Вейзик забирает Система. Ну и факт, что для меня так не пойдет. Ой, какая пачка по паучику, да ладно. Явно думаю, что это будет бета, а это действительно будет бета. Все игроки смещаются уже под Б. Фарш. У нас на машине находится, на рефре. И просто не знают, куда сейчас пойдут эти рейты инхаусы. И здесь, да, действительно не позавидуешь. Ну и Гантели должен постепенно будет заходить, но если без дымов, то опять же для него может быть все плачевно. Фарш на длине, есть перестрелка, забирает Миража под Б. Ну и Спейс Крейт опять же под Альфа, ну, а Коби все-таки забирает под Альфа у нас Фарша. Есть минус от Гантели по Коби, и неужели это будет второй раунд, Ой, какая пачка от Света, у Света 40 хп, ну как он влепил сейчас по Гантели. Это просто нечто, а вот теперь Свит точно не понимает. Где это, а теперь знает. Ну что же, Вейзик против Вейзика. Какая жаркая дуэль сейчас с нами наблюдается. Вейзик уже упрыгивает. Вейзик упрыгивает просто на стрит. Ну, интересно, только есть ли хаешка у Вейзика? Да, есть. Есть хаешка. 40 хп у Света. На релоуде сейчас тут подловил.
падает, и Вейзик просто уходит. Вейзик просто уходит. Будет играть на время. Будет играть на время. 7 хп. 7, 5, 4, 3. Да, и все-таки Вейзик тащит раунд. Да ладно, господи, какой нервяк. Это что-то с чем-то. 14-13. Литерейтер уходит на смену Старма. Два раунда теперь Литерейтер нужно как-то забирать. Что-то жестко, что-то жестко. Ну что? Неужели сейчас загар зайдет? Или просто что-то обсуждают? Да я думаю, все-таки просто обсуждают, ребята. Два. Один. Преимущество. Один раунд у литерейтов. У них есть две права. Два права на ошибку, если, ну, в случае говоря, могут еще переходить на одну серию допов. Ну и, конечно, здесь. Беда, печаль, тоска. Ой, не знаю. Дает, дает капитан там наставление своим подопечным. Думает, какую заготовку на раунд сделать. Все-таки это действительно столько, да, так далеко зайти и просто так проиграть, конечно же, никто не хочет. Наш пришел. Просто сейчас Эдхаус сидит такие. Блин, ну как же, не знаю, Эдхауса. Там просто, ну как, еще с вида этого говорил, что у него подгорает, но сейчас просто если... Я не знаю, что сейчас будет. Сейчас по логике вещей литерейты должны просто их пятером. Просто как... Голосину что-то с комментарий систем. Просто ржака, я, честно говоря, не могу. Ой-ой-ой. У меня слов нет. Ну, загар заходит. Ну, теперь и подождать не лить даже, если честно. Смену сторон, кстати, я не произвел, да. Как же жестко. Как же жестко. Литерейты дождались своего спасения, но и тут просто вторая рука следом к ним тянется с небес. Он, пацаны, ладно, держите, поиздевался я над вами, вытаскиваем вас отсюда. Но не знаю, Энхаусы, ну, чисто если провести какой-то анализ, если Энхаусы в пятером не смогли четверых одолеть, то сейчас с приходом загара, в принципе, должно поменяться вообще все в корень, и здесь по логике вещей будет 3-0. Ой, точнее 2-0, быстро из два раунда команды Литерейт. Ну, либо 2-1. А напомню, что у нас до сих пор Best of 5 впереди.
Да ничего не буду писать больше. Так, ну что же. Загар заходит. И мы уже готовы с вами врываться. Так. Ну что, загорелый. Ху-ху-ху. Ну что, дамы и господа, загар вот-вот уже должен подойти, но я уже не знаю, сколько его можно ждать, но пора. Так.
Компрос не очень правильно. Кто это приходит, IP Live with me? Это еще кто? Ну что, Загар, где же ты? Зашел, зашел. Что у тебя этого всего не он? Все тихо. Так. Кто это приходит, IP Live with me? Это еще кто? Загар, где же ты? Зашел, зашел. Что у тебя этого всего не он? Так. Ну что, ребятишки? Где же? Так, ну поехали, 98 человек у нас, неплохо. Ну что? Так. Ну что, где там Загар у нас? Так, ну что, поехали или нет?
biggest boss and I've been a trillion. Все-таки мы продолжаем, Загар вернулся, и мы едем дальше. Так, ну что там, что там, что там у нас? Счет. 13-14, литерейты впереди, и им остается буквально два раунда забрать за смену, чтобы выйти в гранд-финал. Но пока что-то... Жозенько. Долгая пауза была, ждали мы. Опять выходим. Слип в поселке упал.
Громов, передай привет любимому Гантели. Есть такой привет. Да я просто глушу микрофон, чтобы, ну, в это время паузы вы пока не слушали. Вентилятор. Передал привет от сиреневой гантели. Ну и давайте, наверное. Давайте стартанем, ребят, тоже это. Передай приветик, что ли, мне на стриме. Так. Александр Талыпин, а же Купер, привет. Тебе залетай, так не спалился, я прочитал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну и Громов тут все как бы матово ругаются. Артем Лоу 58. Если я вижу, как бы, что кто-то ругается, я сразу его баню, потому что мат запрещен. Внимание, внимание, не стреляющий координатор по имени Никита Макш. Чат сошел с ума. Какая сирень? Что за сирень? Сирень, пиши в ВК. Так, ну что, начинаем все-таки с горы пополам эту смену. Ну и напомню, что счет у нас 13-14. Литерейты ведут пока что. Ну и если, конечно, здесь Анхаузы еще и заберут эту карту, это будет, конечно, просто... Я не знаю, вчетвером не смогли. А, передай привет рыжему домененку. Любе. Я понял. Так. Вот невозможно завершение игры. Почему-то я не прогружаюсь, не знаю, с чем это связано, и опять в этот раунд мы, кстати, не увидим. Поэтому только придется смотреть, так скажем, по таб-консоли. Ну так, здесь Зевер, кстати, даблкил делает. Вот и загар, которого не было. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Вейзик забирает также паутин. Ну и здесь. Да. 14-12, скорее всего, будет. Просто 3000. По головам такие выстрелы. Да, точнее, 15-13. И один раунд остается литерейта выиграть, чтобы... Начало миссии. Гранд-финал. Ну и... Будем смотреть. Выход, в принципе, под альфу, скорее всего, будет, но тут зомби с Вейзиком, в принципе, свои фирменные связки на Зиге. Ну и здесь, я не знаю, повезет ли Систему. Ну и здесь прочекали, все, есть хаешка на Бэтленд. Хотя это была флешка, просто Гартель ее испугался и спрыгнул, в принципе, на парашют. Ну, раунд, в принципе, важный, да, сейчас нельзя отдавать литературный раунд.
Нет, теоретически можно отдать один раунд, но не больше, если они хотят завершать прямо сейчас. Хаешка, папа, хорошая. Отгоняет она. Ну, здесь выходит Глаус и Кобер новый, и Писал. Также помирает здесь, но он успел сделать размен по зомбису. Ну, Альфа уже зашла, и Мираж делает очень важный минус. И Мираж только все-таки убегает от Хаешки. Загар здесь уже готов врываться, но его убивает. И бомба бы не была поставлена. Здесь в спину крадется Свит. Паути чекает от третьего лица. А бомба-то? Бомба была установлена. А бомба-то бета. И Уэзик просто сейчас... Гантели должен был слышать сзади перетяжку от Паутика. Один будет Зиги. Будет старта. И вот Зиги. У Паути делает важный минус, но здесь Гантели 1-2 остается. Ну и здесь Паути, конечно, вовремя сместился. И это 15-14. Еще один матчпоинт остается у Литерейт в кармане, но как они в это играют, сейчас увидим. То 13 человек. Всем доброго времени суток, дамы и господа, еще раз всех приветствую. Подписывайтесь на наш официальный чат ВКонтакте в Рейкорд, на сайте группы ВКонтакте, ну и, конечно же, на мою личную группу, где вы будете находить всякие расписания и будете в курсе всего, как всегда. Ну что ж, мы продолжаем. Счет 15-14. Систем тут, кстати, уже очень много хп потерял, уже новое осталось. Давайте посмотрим. Ой, Лузян забивает. И минус какой. Не успели выйти. Загар также вступает. Это 3-5. Какая же метруха все-таки у Литерейта. Что это за краши такие? Просто нереально пол пути находится. Зомбис надо еще просто носить отсюда ноги, фарш еще спину приходит, давай потом убирать. Зомбис растаскивает вместе с фаршом этот раунд. И Систем 1-3 остается. Была ситуация 5-3. 5-3. И они умудряются ситуацию сделать до 3-1. Как так, Инхаусы, алло. Бомба была установлена. Это нечто, дамы и господа. Сейчас, походу, свершится что-то нечто. Походу эти рейды все-таки станут вторыми гранд-финалистами, если Систем сейчас здесь просто не свершит нечто нереальный какой-то пауэршот. Ну и пошло все-таки забревает. Победа команды Литера. Победила синяя команда. Честно говоря, очень рад за парней. Ну и расстроен, конечно же, за Инхаусом, что показывает такую хорошую игру. Ну, Литера это действительно достойно. Они держались вчетвером полторы карты. И вытащили ее все-таки в итоге на допах, когда пришел пятый, уже по сути уже не нужен был, но все-таки важный минус оделал загар сейчас, и это победа. Дамы и господа, на этом сегодняшняя трансляция подходит к концу. Все записи этого стрима вы найдете завтра на своем YouTube-канале. Спасибо всем огромное, кто сегодня смотрел, всех обнял, всех поцеловал, всех люблю. И я думаю, вы все благодарны ребятам, которые сегодня играли. Ну, а я передаю привет, в свою очередь, нашим уважаемым судьям. Передаю привет всем нашей бригаде, нашим комментаторам, Максим Никифоров, Чейф, поправляйся скорее, без тебя трудновато одному. Ну и что же, дамы и господа, всем еще раз всего доброго, спокойной ночи. Ну а завтра в 18:00 я вас всех жду на стриме Гранд Финал, формация против Литерейт, и всем пока.